Кызылординские школьники оказались в числе лучших Всемирной олимпиады по робототехнике. Учащиеся интеллектуальной школы Ернур Саду и Алдияр Аппас завоевали второе место в категории Future Engineers. В международной олимпиаде World Robot Olympiad 2024 приняли участие более 3500 молодых инженеров из 90 стран мира. Честь страны на олимпиаде защищали 13 команд, лишь 2 из них завоевали призовые места. Так, школьники из Талдыгургана заняли 3-е место в категории Future Innovator Senior. Наши земляки – серебряную медаль в категории Future Engineers.